Здравствуйте, дорогие друзья! Рад снова встретиться с вами на очередном новостном выпуске канала Octagon 24. Сегодняшний выпуск будет посвящен предстоящему турниру ACA 95 и изменениям в карде турнира. Дебют Магомеда Исмаилова в новой лиге ACA, новый противник Шарафа Давлатмурадова и изменения в главном бое вечера. Ролик сделан при поддержке 1xBet, самой надежной букмекерской компании. Здесь всегда высокие коэффициенты и большие выигрыши. 1xBet. Регистрируйтесь на сайте прямо сейчас. Турнир ACA 95 внесли изменения в свой карт. Как мы помним, изначально главным боем вечера на турнире в Москве был объявлен поединок таджикского бойца Азама Гафорова против Юнуса Евлоева. Но организаторы добавили еще один титульный бой полусредневесов Альберта Туменова по прозвищу Эйнштейн против Мурада Абдуллаева. Альберт Эйнштейн Туменов – боец из лиги ACB, обладатель титула чемпиона полусреднем весе сентября 2018 года. Профессиональный рекорд бойца 18 побед и 5 поражений. Ведет серию из 3 побед. Его оппонент Мурад Абдуллаев, обладатель титула чемпиона лиги Ахмат в полусреднем весе. Также, как и Туменов, ведет серию из 3 побед. Чемпионом своего бывшего промоушена стал в октябре 2018 года. И судьба чемпионского пояса полусредневеса в новой лиге будет решаться 14 апреля на турнире ACA 95. Эта встреча будет главным боем этого турнира, передвинув таким образом противостояние Азама Гафорова против Юнуса Евлоева в соглавное событие. Если главный бой вечера – это встреча бойцов из двух бывших лиг, то соглавное событие – это более продолжение трилогии лиги World Fighting Championship Ахмат. В августе 2018 года Азам Гафоров завоевал свой титул временного чемпиона лиги Ахмат в легчайшем весе. Он должен был выйти на октагон против Юнуса Евлоева, но из-за травмы Евлоев не смог принять участие на том турнире, и его заменили Имраном Букуевым. А встреча Гафорова с Евлоевым так и не состояла. И организаторы лиги ACA не дали этой встрече остаться неисполненным. Таким образом, Азам Гафоров и Юнус Евлоев будут биться за титул чемпиона ACA в легчайшем весе и дописать историю своих встреч. Я напомню, Азам Гафоров имеет винстрик из 11 побед без поражений и ничьи. А его соперник Юнус Евлоев держит рекорд 22 победы и 8 поражений без единой ничьи. Также были изменения в карде. Таджикский боец смешанных единоборств, представитель полусреднего веса Шараф Давлатмурадов, должен был встретиться с чеченским бойцом Черси Дудаевым. Но по неизвестным пока что нам причинам Дудаев не будет участвовать на этом турнире. Вместо него на октагон против Шарафа выйдет бразильский боец Исмаэль де Джезус. Новый оппонент Шарафа Исмаэль имеет профессиональный рекорд 17 побед, 6 поражений и 1 ничью. А рекорд Шарафа Давлатмурадова 13 побед, 3 поражения и 1 ничья. И, конечно же, не обойтись без хайпа. Один из популярнейших бойцов смешанного единоборства Магомед Исмаилов перешел в лигу ACA с другого российского промоушена Fight Night Global. А его дебют в ACA будет на турнире ACA 95. Его соперник – боец из Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский, профессиональный рекорд которого – 32 победы и 6 поражений. Магомед Исмаилов последний свой бой провел с Владимиром Минеевым, где по решениям судей бойцам присудили ничью. Тогда Исмаилов и Минеев были крайне недовольны и открыто продемонстрировали свое недовольство за то, что в их рекорд попала первая ничья. За свою карьеру имеет 13 побед, 3 поражения и сказано выше 1 ничья. Но тем не менее, события 14 апреля 2019 года обещают быть ярким. Ведь нас ждут 3 титульных боя и сумасшедший основной карт. Место проведения ACA 95 – Москва, ЦСКА-Арена. Всем приятных времяпрепровождений!